В рамках спеціального проєкту п'ятого каналу «Час інтерв'ю» сьогодні ми в гостях у лідера партії України «Вперед» Наталії Королевської. Вітаємо вас, пані Наталі. Вітаю. Що вас здивувало? Можливо, які відчуття, що стало сюрпризом під час цієї кампанії? Наверное, сказати, що щось удивило, ні. Ми на себе іспитали всі і адміністративні ресурси, і чорні технології, і провокації. Но мы прекрасно понимали, отдавали себе отчет, что кто первый пробивает стену, тот набивает больше всех шишек, ушибов, но при этом стена рушится. Поэтому мы как планировали, так и провели свою кампанию. И сегодня, конечно, уже максимально работаем над тем, чтобы защитить результаты голосов и добиться того, чтобы эти выборы были честными. От ви в цьому контексті нещодавно виступили з ініціативою створення слідчої комісії Верховної Ради з розслідування порушень на виборах, то складається враження, що ви вже очікуєте якихось серйозних фальсифікацій. Ну, ми бачили масу порушень на протяжении всей кампании. Это и подкуп избирателей, и разные те черные технологии, которые работали как против нашей политической силы, так и против других политических сил. Поэтому я обратилась ко всем политическим силам в парламенте создать следственную комиссию и предотвратить манипуляции в день голосования. Но, к сожалению, мы понимаем, что представители власти сегодня в этом не заинтересованы. Следственная комиссия не была создана. Поэтому после я обратилась и к Виталию Кличко, и к Арсению Яценюку с тем, чтобы объединить максимально усилия в день выборов, потому что очень важно, чтобы в каждом избирательном участке были представители, и чтобы каждый голос нашего избирателя был правильно учтен, потому что люди должны убедиться, что украинский парламент именно и будет представлять их интересы, а не будет очередной раз представлять інтереси олігархів і крупного капіталу. Які, ви бачите, механізми у вас є в запасі, якісь, можливо, ноу-хау для того, щоб не допустити фальсифікації, зокрема, від вашої політичної сили? Що, які це кроки будуть? Ну, так как, к сожалению, сегодня наши лидеры оппозиционных сил больше заняты тем, у кого больше рейтинг, и кто из них будет первый, кто второй, то мы так и не смогли окончательно договориться о том, как объединить усилия для контроля голосов на избирательных участках. Но наша политическая сила полностью подготовилась к этому. Более 30 тысяч наблюдателей будет на каждом избирательном участке. Членов комиссий, 1000 мобильных групп будет курсировать между избирательными участками. В режиме онлайн мы будем получать информацию с каждой комиссии, и в результате мы будем также понимать на протяжении дня, где, какие идут нарушения. Работает штаб юристов, поэтому мы сегодня полностью готовы к тому, чтобы защитить наш результат и чтобы защитить голос каждого человека, кто доверит нам право представлять его интересы в парламенте. Поэтому мы как в полной боевой готовности сегодня находимся уже к дню голосования. Тобто и ресурсов, и возможностей, и людей, что главное, у вас вистачає для того, щоб контролювати? Ми дуже благодарні, тому що дуже багато волонтерів, дуже багато добровольців прийшли в штаби через інтернет, зареєструвалися. І для нас це дуже важливо. Це і є, мабуть, тим індикатором довіри, коли люди сьогодні розуміють, що тільки вместе, об'єднавшись з людьми, ми можемо добитися правильного результату. Тому що та пропасть, яка є сьогодні між політиками і людьми, часто і приводит к манипулированию результата выборов. Поэтому мы очень-очень благодарны за то доверие, которое получили. И после 28 жовтня Украина повинна якось реагувати на світові виклики. И зараз чим далі, тим більше говорять про те, що знову ж таки ми входимо у світову кризу. Наскільки Україна захищена від цього, якщо говорити про життя людей, яке триватиме і після 28 жовтня? Да, в то время, когда мир борется с кризисом, мы в Украине боремся со старыми политиками. И, конечно, выборы закончатся, жизнь продолжится. И сегодня страна абсолютно не готова к вызовам кризиса. И, к сожалению, основной и главный кризис сегодня это и есть партия власти, это то правительство, которое довело страну до такого состояния, в котором мы находимся. Те старые политики, которые 20 лет меняли друг друга во власти, но, к сожалению, ничего не сделали для людей, а каждый раз делали все только для себя.
Ну, кажуть, один в полі не воїн, і так чи інакше треба буде з кимось об'єднуватися, треба буде йти на якісь компроміси для того, щоб втілювати, зокрема, і свою програму, свою партію. Хто можуть бути ці люди? Мы видим объединение в будущем парламенте с новыми политиками. Мы считаем, что с партией «Удар» мы будем по одну сторону ринга в политике, а не по-разному. И также мы сотрудничаем с рядом и поддерживаем мажоритарных кандидатов, которые сегодня имеют все шансы, и мы будем также за них бороться, победить с теми политиками, кто раньше не был в исполнительной власти и не участвовал в коррупционных схемах такого уничтожения нашей страны. Ви говорили, що 20 років одні політики змінювали інших, але все це було тупцювання на місці. Пропонуючи нову модель розвитку економіки України, ви згадуєте про можливість повернення п'ятирічок. Ми чули, як свого часу прем'єр Азаров говорив про те, що планова економіка, вона себе виправдовувала. Що ви маєте на увазі, коли говорите про п'ятирічки? Знаєте, прем'єр Азаров говорит одно, а делается потом совершенно другое. Они говорят, что люди стали хорошо жить в Украине, а я проехала всю страну, провела тысячи встреч, встретилась с десятками тысяч людей и вижу, что сегодня в стране жить, знаете, как хуже уже некуда. Все, дальше терпеть то, что сегодня происходит, невозможно. И я уверена, что люди сегодня в стране готовы к переменам. И поэтому наша политическая сила имеет поддержку, потому что люди хотят подвести черту под прошлым, хотят прекратить это издевательство, эти эксперименты, которые политики из выборов выборов обещают что-то, потом ничего не делают, и потом опять дальше сами только наживаются и только свою жизнь улучшают. Но задуматься, ведь до чего они страну довели? Сегодня 50% экономики работает нелегально в Украине. Миллиарды гривен уходят в офшорные компании. Каждым годом становится на одного олигарха в Украине больше, а на миллионы людей живут хуже и хуже. Поэтому вот наша задача сегодня – это изменить экономическую модель. Это легализовать экономику, это заставить богатых заплатить за кризис, это создать условия, при которых будет развиваться наш национальный производитель, будут приходить деньги в Украину, а не уходить из страны. Будут создаваться в нашей стране рабочие места, и наша молодежь будет иметь первое рабочее место, и наши женщины увидят работу, и города наши будут маленькие называть не депрессивными, а перспективными, чтобы там сегодня приходили инвестиции и создавались высокотехнологические производства. Вот это, я считаю, и будет новым качеством украинской политики. Это то, что изменит качество жизни людей. И я уверена, что мы едины с людьми в желании жить в стране, в которой каждый человек может чувствовать себя уверенно, быть уверенным в том, что он сможет себя реализовать и иметь достойный стандарт жизни. Это вот та цель, которую мы перед собой поставили. 20 років прикладали до України ту чи іншу модель розвитку, ставили, як ви вже слушно згадували, про експерименти. І багато було програм також, там, наприклад, «Україна-2000», або там «Житло до 15-го року», або ж «Освіта» там, до ще якогось 15-го року. Що, чому саме те, про що ви говорите, така схема, вона може прижитися от на нашому ґрунті? Исполнители были плохими, потому что каждый раз политики прикрывались красивыми лозунгами, красивыми обещаниями, обложками, но по сути своей все они приходили и начинали дальше делить бюджет, распределять государственные предприятия, делить землю, но не заниматься тем, чтобы страна развивалась. И вот нам часто говорят, что вашей политической силе не хватает политического опыта. А я с гордостью этим старым политикам говорю, и слава Богу, что в нашей команде сегодня нет тех политиков, которые бы работали в этом коррумпированном правительстве, которые бы принимали участие в этих политических войнах. А у нас в команде люди, которые все эти годы лечили детей, учили, создавали рабочие места, привлекали инвестиции. И сегодня они взяли на себя ответственность, и мы объединили усилия, создали новую политическую силу для того, чтобы доказать себе, доказать близким, доказать родителям своим и всем людям, что в нашей стране можно жить достойно, что можно изменить ситуацию. Ну, давайте вспомним Польшу. 20 лет назад
Поляки приезжали в Украину, покупали тут у нас гвозди, дрели, утюги и считали, какая мы процветающая страна. Прошло 20 лет. Сегодня Польша реализовала новую экономическую модель, отправила старых политиков в отставку, и люди получают там минимальную заработную плату 1300 евро. Так что у нас в стране у людей меньше рук или нет сил, нет возможности, все есть. Наши люди сегодня едут в Польшу зарабатывать там, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи. Так вот, наша задача сегодня – вернуть украинцев в Украину и создать те условия, чтобы каждый человек знал, что у него есть работа, есть пенсия и есть уверенность в завтрашнем дне. И у нас есть для этого абсолютно все. Есть потенциал и есть возможности. И наша задача – отправить старых политиков, у которых не получилось, и у которых в этот раз ничего не получится. Потому что чудес не бывает. Вот хватит нам всем наступать на одни и те же грабли. Вот хуже уже некуда. Вот нужно сказать спасибо, все, до свидания. И дать возможность на этих выборах новому поколению, тем, кто... Мы готовы сегодня брать на себя ответственность за то, чтобы изменить ситуацию в стране. Для того, чтобы показать, что Украина сильная, процветающая, страна возможностей, а не страна репрессий, которую хотят сегодня создать. У нас залишається буквально 1,5-2 хвилини. Сподіваюся, що ми вже зустрінемося у новому політичному році, тобто після 28 жовтня. Можливо, зараз, підсумовуючи нашу розмову, підсумовуючи саму кампанію, які слова ви б могли зараз дібрати і сказати людям? Я хотіла б сказати всім нашим збирателям. Знаєте, в ці останні дні, часи ти задумуєшся, що не успів, що не зробив, як не достучався до сердець. Но не хочется обратиться к вам. Мы все стоим сейчас перед выбором. Перед выбором между прошлым и будущим. Между старыми политиками и новыми. И я очень прошу вас сделать правильный выбор. Потому что в нашей стране есть огромный потенциал. Есть колоссальные возможности. И за 20 лет выросло новое поколение, которое сможет изменить ситуацию в Украине. Потому что так дальше жить нельзя. И терпеть еще 5 лет тех же политиков у нас у всех не хватит сил. Поэтому я уверена, что ваш голос сможет изменить будущее. Поэтому воспользуйтесь им правильно.